О нечеловеческом поступке браконьеров рассказало екатеринбургское информагентство «Урару». В Чебаркульском районе соседней Челябинской области неустановленные охотники убили стаю кабанов. Всю зиму живущий рядом с лесом хозяин дома прикармливал диких животных, которые в итоге даже днем перестали бояться близости человека. Цитата. К нему все желающие с детьми приезжали смотреть, как живут кабаны в естественных условиях. Радости детей не было предела, рассказывает друг местного жителя Виталий. А 20 февраля приехали браконьеры на двух машинах с охотничьими собаками и расстреляли всех животных. Сам Виталий обнаружил 5 обезглавленных туш кабанов с выпотрошенными из них эмбрионами, но полагает, что убиты все. Недалеко в лесу кружит стая воронов, но из-за глубокого снега добраться туда невозможно. Мужчина полагает, что там лежат тела остальных убитых кабанов. О совершенном варварстве владелец дома, кормивший животных, сообщил в Челябинской Минэкологии, где УРАРУ подтвердили, что проведут проверку этого факта.